Три игровые, вкусная кухня и яркое оформление. Новый детский сад в самом молодом и густонаселенном микрорайоне Сергача юбилейном уже встретил 50 первых воспитанников. Самому маленькому из них 8 месяцев. В данной группе находится у нас, присутствуют и манежи, и шезлонги для детей младенческого возраста, и ходунки, и стульчики для кормления. Точно так же в спальной комнате у нас оборудованы кроватки именно для младенцев. Есть и колыбельки. Также существует у нас и есть стерилизатор для бутылочек и сосочек. И, конечно же, для персонала будут определенные требования. Соответственно, каждый педагог пройдет обучение. Хотя сейчас на данный момент работают все стажисты, опытные педагоги. Заниматься в новом корпусе будут исключительно самые маленькие детки от 2 месяцев до 3 лет. Открытие современных яслей не только упростило жизнь молодым семьям, но и помогло ликвидировать очереди в детские сады. Сегодня очереди за местами в детские дошкольные учреждения отсутствуют. Ну, 2 садика построили за последние, на самом деле, 5 лет, которые позволили нам свести эту проблему к нулю в муниципалитете. Это не первый детский сад, который мы уже вводим в рамках национального проекта «Демография. Содействие занятости женщин». И каждый раз удивляет одно. Это функциональность учреждения, которая создается в соответствии с современными требованиями. Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Демография» начнут строить 20 детских садов, более чем на 3000 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Также отремонтируют 150 детских дошкольных учреждений. Анна Колпаева, Владимир Гайдай. Время новостей.